Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире «Столицы Нижней». О главных событиях к этому часу расскажу я, Антон Ганин, и мои коллеги. Сегодня в выпуске. Здание детского театра «Вера» готово на 95%. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел на объекте рабочее совещание. За чистую конкуренцию в региональном управлении ФАС рассказали о задачах, поставленных Владимиром Путиным. На одном ковре миксфайтеры, боксеры, кикбоксеры, каратисты и самбисты. Олег Токтаров провел в Нижнем Новгороде первый форум единоборств. Здание детского театра «Вера» готово на 95%. Выездное совещание на объекте сегодня провел глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Основные работы уже завершены, остается разобраться с установленным оборудованием. 15 марта театральная труппа во главе с руководителем «Веры» Верой Горшковой наконец-то вернется в родные стены. Тему продолжит Юлия Серебрякова. Старое здание и новое здание театра объединяет разве что название «Вера». Реконструкцию начали 2 мая прошлого года. Фронт работ впечатляет. Театр практически построили заново. Зрительный зал рассчитан на 153 места. В нем установлено новое оборудование и удобные скамейки. Смотреть постановки так будет гораздо удобнее, считает художественный руководитель театра Вера Горшкова. Они могут сидеть на полу, на ступеньках. Им совершенно не важно, что будет стоять кресло, потому что в кресле ему даже неудобно по-честному, если будем говорить, да? Но это для него. Почему? Потому что он может вот руку протянуть, да, как к морю, и потрогать это дело рукой. Визуально здание полностью готово. Тяжелой строительной техники на объекте уже нет. Идут пусконаладочные работы. Стоимость реконструкции превышает 250 миллионов рублей. Очень технологичная начинка. Это именно очень грамотный звук. Один, я считаю, будет из лучших звуков, наверное, в этом городе в нашем. И очень хорошая светоакустика. То есть, сами видите, какая насыщенность механизмов. В театре не будет установлено кулис в их привычном понимании. Все декорации будут поднимать наверх с помощью вот этого специального механизма, который находится в подвале здания. Ход работ контролирует глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он проводит на объекте рабочие совещания вместе со строителями. Времени до открытия остается все меньше. Оно запланировано на 15 апреля. А на месяц раньше в родные стены вернется труппа вместе со всем реквизитом. У меня на сегодняшний день, если говорить о замечаниях, то они минимальны. И это первое. А второе, то, что я вижу по подрядчику, он все сделал в срок. Не было никаких ситуаций, когда у него были какие-то объективные проблемы. Сейчас есть просто рабочие мелочи, которые нужно поправить. В театре также планируют создать тематическое пространство. Здесь будут проводить различные мастер-классы, а прилегающую территорию переоборудуют в большую детскую площадку. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижней. Основные направления государственной политики по развитию конкуренции в стране обсудили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Они разработаны в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, который был подписан в конце прошлого года. Руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович рассказал о конкретных задачах, в числе которых поддержка малого бизнеса, лояльность потребителя, сокращение доли государственных компаний в экономике и нарушение законодательства о защите конкуренции со стороны органов власти к 2020 году в 2 раза. Мы обсуждали эту задачу с исполняющим обязанности губернатора Глебом Сергеевичем Никитиным. У нас есть полное понимание того, как, что, когда, с кем, с какими результатами мы будем делать. Хотя само это законодательство новое не такое-то и жесткое. Может быть, потому что оно не жесткое, оно будет исполнено. В этом нет никаких сомнений. Чемпион мира по смешанным единоборствам, актер, телеведущий и продюсер Олег Токтаров провел в Нижнем Новгороде первый форум единоборств. На одном ковре поочередно выступили самбисты, каратисты, боксеры, кикбоксеры и миксфайтеры, после чего Токтаров провел для спортсменов мастер-класс. Репортаж Евгения Деревянко. Олег Токтаров держит свое слово. В конце прошлого года он пообещал заняться популяризацией единоборств в Нижнем Новгороде. Тогда он провел встречу с главой города Елизаветой Солонченко, и они договорились о взаимной поддержке. За это время власть сменилась, но планы остаются в силе. С одним «но», если не будут вставлять палки в колеса. В Нижнем Новгороде все непросто. После стольких лет застоя что-то сделать очень тяжело. Это нормально, это логично. Естественно, я сделаю первый шаг, а дальше, как отреагирует Панов на это, я уже не знаю. Все зависит от него, все зависит от врио губернатора. Если я вам нужен, берите, делайте первый шаг, и дальше вам нужно будет только догонять. Но пробивать каждый раз новые стены я точно не хочу. Власти сейчас уже больше ничего другого не остается, как только помогать спорту, помогать продвигать такие идеи, потому что невозможно насаждать сверху. Вот Токтаров, он как раз тот человек, который своим примером показывает, как это должно быть. И, конечно же, мы ему помогали, помогаем и будем помогать. Другое дело, что ему сложно сейчас, он сталкивается с проблемами, такими инфраструктурными вопросами. Он как человек, который все-таки уже и спортсмен известный, и актер, ему, конечно, не нужно этим заниматься. То есть надо, чтобы мы взяли на себя больше.
На спортивном ковре, установленном на факультете физической подготовки университета Лобачевского, свои навыки демонстрируют самбисты, каратисты, боксеры, кикбоксеры и бойцы ММА. Именно в миксфайте Тактаров добился максимального результата, став чемпионом мира и получив всемирную известность. Затем переключился на работу в киноиндустрии. Этот вид спорта занимает третье место в мире по популярности, уступая лишь футболу и хоккею. Но агитировать только за него никто не планирует. Каждый вид единоборств хорош по-своему. Человек, который хочет быть стать сильным, он не обязательно должен качаться или бить по груши, или демонстрировать каким-то образом свою силу. У него она либо есть, либо ее нет. Вот сам учит быть сильным без показухи. Выбор остается за детьми и их родителями. Секций в городе и правда много, но федерации не намерены на этом останавливаться. Каратисты планируют привлечь дополнительное внимание к себе через сеть ФОКов. Стоит вопрос внедрения карате как одной из дисциплин на факультет, спортивный факультет восточного боевого единоборства. Вот. И в том числе налаживание связи с ФОКами не только в городе и в Нижегородской области. Главное событие форума – мастер-класс Олега Тактарова. Сменив пиджак на удобное кимоно, он доказывает, что годы занятий даром не проходят. Евгений Деревянко, Антон Ганин, Георгий Захаров, столица Нижний. От натюрмортов и пейзажей до сюрреализма. 7 молодых художников из Нижнего Новгорода организовали новую выставку «Color and Line» в креативном пространстве ДК «Полиграф». Авторы пока неизвестны широкой публике и мечтают, что когда-нибудь им покорится Нижегородский арсенал и галерея «Футура». Подробности в сюжете Екатерины Анисимовой. Картины на этой выставке не висят на специально подготовленных стенах, в дорогих рамах и под четко выверенным освещением. Свои работы художники вписали прямо в интерьер креативного пространства ДК «Полиграф». Сюда часто приходят нижегородские студенты, здесь у них своя особая жизнь или, что называется, тусовка. А теперь у молодежи появилась возможность прикоснуться к прекрасному. Идея как раз сделать некую, ну, как мне показалось, нестандартную компоновку экспозиции картин. И сделать это на основе картин Пита Мондриана, который размещал некую основную картину. Ну, скажем, у него были объекты, квадраты, прямоугольники, красный, желтый и синий. В основе была центральная картина, центральный квадрат. Были вспомогательные и дополнительные вот эти элементы. На выставке можно познакомиться с разными направлениями и жанрами. Кто-то из художников любит писать портреты и пейзажи, другие выбирают более сложные формы и наполняют работы различными символами. Эта картина называется «Рядом со мной». В правом углу расположен мой отец, а в левом за тканью – это я. Ткань ушла, наверное, корнями в детство, когда накрывался одеялом сверху, и воздух медленно осязал на тело. И вот это вот чувство защищенности какого-то детства, как вот этот символ передался. А рядом со мной, что я этим хотел сказать, что отец всегда на меня воздействовал и воздействует своим воспитанием, поведением. Авторы этих работ не только пишут картины на холстах. Среди них есть, например, дизайнеры, а кто-то расписывает интерьеры. Выставка для них – это только начало. Вполне возможно, что их картины нижегородцы когда-нибудь увидят на основных площадках города. Выставка «Color and Line» будет открыта в ДК «Полиграф» до 18 марта 2018 года. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте snmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. Хороших выходных. До встречи в эфире.